Привет, друзья! Меня зовут Геннадий Рожевин, и сегодня мы будем готовить мясо-гармошка. Для этого я перейду на свой сайт «Одноклассники», зайду в группу «Популярные кулинарные рецепты» и найду здесь рецепт приготовления этого блюда. Итак, что нам потребуется для приготовления блюда мясо-гармошка? Ингредиенты следующие. Мясо-мякоть свинина или говядина, в зависимости от того, что вы лучше употребляете. Берется 1 кг, плюс-минус. Дальше помидоры 2 штуки, сыр твердый 200 грамм, чеснок 3 зубчика. Для маринада берем лимонный сок 1 столовую ложку, соевый соус 2-3 столовые ложки, горчица 1 столовую ложка и еще оливковое или растительное масло 2 столовые ложки. Как приготовить мясо-гармошка? Первое. Выбрать ровный прямоугольный плотный кусок мяса, как на буженину. На мясе сделать поперечные надрезы, не дорезая до конца. Второе. Смешать компоненты для маринада и смазать мясо со всех сторон и надрезах. По вкусу посолить, поперчить. Оставить мясо мариноваться 10-12 часов. Нарезать ломтики сыр и кольцами помидоры, измельчить чеснок. В каждый надрез вложить сыр, помидор и чеснок. По желанию добавьте ломтики грибов. Мясо завернуть в фольгу, выложить на противень и поместить в разогретую духовку до 180-200 градусов Цельсия и выпекать до готовности порядка 50-60 минут. Готовое мясо выложить на блюдо и украсить зеленью. Можно сделать картофельные грибочки. Итак, что-то, если вам непонятно было в этом рецепте, предлагаю перейти в мою группу «Популярные кулинарные рецепты» на сайте «Одноклассники». Ссылка на эту страницу будет дана ниже под видео. Успех вам, друзья! Пока-пока!